Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Корвит, и мы находимся в Dead in Vinland. А сегодня, ребят, я пойду к женщине, которая у нас сидит вот здесь, вот, богиня, да, которая. Вот, и поговорю с ней. Я прошерстил Google и посмотрел, кто это такая может быть, и нашел, в принципе, только одну богиню, у которой есть кошки, да, ну, то есть богиня у викингов, которая передвигалась на колеснице с кошками. Вот, ее зовут Фрея. А я повыписывал некоторые имена, то есть там чья дочка, кто там у нее, кто у нее дочка, там какие у нее дети, там от кого народом и так далее. В общем, все это я повыписывал себе на листик. Сейчас попробуем с ней заговорить, посмотрим, что получится. Так. Вот, Фрея ее зовут. Дальше, так, что тут у меня есть? Азир. Вот, Ванир, это типа, ну, типа клана, короче, ихнего. Так, и дочка Ньорда она. Вот, по идее, вот так. То есть сейчас она должна проснуться, наверное, не знаю. Да, проснулась, офигенно, получилось, кайф. Так, Что она мне даст, интересно? Короче, видимо, разговор такой, что наша женщина спрашивает у нее, типа, мы вот здесь вот потерялись, типа, не могли бы вы нам помочь? И, ну, я думаю, что она нам, наверное, поможет и даст что-то интересное. Wisdom плюс 5. Ага, все, да? То есть она просто дала нам Wisdom плюс 5. Wait, подождите до ночи, там было что-то написано. Вот, подождите до ночи. Может быть, после ночи что-то случится. Я, кстати, ребят, начал, получается, на день позже, то есть перед, ну, когда, допустим, из игры выходишь, да, потом опять заходишь, нажимаешь продолжить, ты можешь выбрать день, то есть максимально твое, то есть, ну, как, минимально твое сохранение, это тот день, на котором ты закончил, но ты можешь стартовать с любого дня до этого дня, то есть там были чекпоинты на каждый день, то есть там на 11 день, на 12 день, на 13 день, то есть если, допустим, у тебя что-то не получится, ты можешь вернуться, откатить игру на несколько дней назад и попробовать что-то переделать. Так вот, когда я закончил на 13 дне, я забыл про вот эту воду. Вот, то есть я не накопил нужное количество воды, и я подумал, что в прошлый раз у меня не получилось накопить нужное количество дерева, в этот раз я решил все-таки накопить нужное количество воды и посмотреть, что же будет. Вот, поэтому я сделал откат на один день назад, и сейчас нужно, ну вот, за вот эти два дня, да, плотненько заняться сбором воды. Мне нужно, чтобы здесь было 8 potable water. По-моему, 8, да? Задание здесь, к сожалению, по-моему, нигде не написано. Ну вот же, правильно, вот, 8. 8 вот такой вот очищенной воды. Так, здесь у меня крафт идет, здесь все отлично. Мойра у меня сидит, отдыхает, пускай пока сидит, отдыхает. Харвестинг, я не помню, я здесь уже сделал, чтобы можно было еще одну. Нет, пока еще одну сюда я засунуть не могу, да, пока что я это еще не улучшил. Так, ну здесь, в принципе, нашу женщину давайте отсюда уберем, наверное. Пускай она вот, допустим, займется камнем, да, да будет камень. Эрика я, наверное, уберу. Вместо Эрика я поставлю вот эту вот девочку, пускай она у нас занимается деревом. Она, кстати, тоже, в принципе, довольно неплохо рубит дерево. Вот, а сюда мы поставим нашу женщину тогда на добычу воды. Пускай добывает воду. Давайте зайдем, зажжем костер. Вот так вот. И нам нужно, чтобы было много-много-много воды. Вот так, 10, тут 6, отлично. Я думаю, что в этот раз с водой будет все отлично. Пропускаем тогда первый день, да, давайте сейчас еще раз чекнем. Так, а что у меня по депрессии? По депрессии вроде бы у всех норм, да? Единственное, что вот у этого, да, нужно будет его потом переместить в таверну, чтобы он чуть-чуть отдохнул. Много у кого усталость, я вижу, да, ну и, естественно, проблема со здоровьем тоже у всех большая. Так, пропускаем тогда этот день.
Хорошо, что просто так никто не может на нас напасть, да? То есть вот просто если, допустим, я пропустил день, бах, типа, и на нас кто-то напал. Слава богу, что такого нету. Так, я изучил, получается, второй левел улучшений, да? Сейчас будем улучшать с вами наше убежище. Водички мы еще чуть-чуть добыли. С водичкой, я думаю, проблем не будет у нас. На 14-й день, по-моему, они придут. То есть еще полностью весь 13-й день мы тоже сможем с вами добыть воды. Вот. Ну, нужно будет сейчас плотненько добыть воды, плотненько добыть дерево. И плотненько добыть еще еды. Это тоже важно, потому что, ну, как бы с едой у нас тоже большая проблема. Еды уже такая, знаете, небольшая нехватка есть. Как бы присутствует. Вот. Что у нас касается еды? У нас есть вот такой вот Harvesting Camp, я могу улучшить, да? Говори, more juice, больше сока. Плюс 25 свежих фруктов на сбор, да? Но это нужен следующий левел. У меня пока что только вот этот левел. О, так, гербалист, кукинг. Может, кукинг пот сделать? Ну, тут, по-моему, готовится только еда, которая, допустим, если у нас есть свежее мясо, его можно приготовить. Ну, хотя вот тоже, да, если, допустим, свежее мясо, если его приготовить, оно 100% будет... утолять гораздо больше голода. Ладно, давайте сделаем, наверное, cooking pot все-таки. Потому что, ну, по-моему... А, есть fishing camp. Можно ж рыбу здесь ловить тоже, да? Есть еще такой вот лагерь охотника, где можно еще охотиться на какую-то живность. Ладно, давайте тогда мы, знаете, как сделаем? Мы сделаем, наверное, сначала cooking pot. Потом мы сделаем, наверное... Hunting Camp, будем охотиться за мясом и жарить его, да? И потом уже тогда будем улучшать наше убежище, потому что, ну, как бы улучшать сейчас убежище, брать себе еще одного нового персонажа, ну, тупо некуда, мне его нечем будет кормить, то есть мне сначала нужно сделать, чтобы все нормализовалось по поводу еды, а потом уже брать кого-то себе еще. Вот, поэтому давайте, действительно, начнем тогда с Cooking Pot. Пускай он готовит его. Так, здесь водичка у нас добывается. Все отлично. Здесь у нас еда добывается. Тоже все отлично. Мойра пускай еще пока посидит здесь. Тоже отдохнет по максималочке пускай. Вот, отлично, все. Отдых у нее. Усталость всего лишь 3, так что... 10 дерева, 5 камня потратили, да? Cooking pot. Еще один день, да, придется на это дело потратить. 6 литров воды. Довольно неплохо. Этот высыпается. Сколько ты у нас? 3 ягодки, да, только смогла насобирать. Ну, конечно, не... Конечно, немного. 3 ягодки это немного. Депрессия немного, да? Ну, ладно. Так, ну все. Пропускаем, в принципе, день, да? Я думаю, что больше делать здесь нечего. Нечего. Ну, Мойру можно убрать, но это можно сделать на следующий день. Погнали. Сейчас получается ночь, да? И там что-то должно быть с этой богиней. Ок, погод. Мы пробудили богов. А, ну вот, это типа они, я так понимаю, разговаривают, да, про эту богиню, то, что они ее разбудили, якобы. Да-да-да, вот, Фрея, что-то там они, в общем, говорят. Я, как всегда, ребят, все это дело переводить не буду, потому что это будет очень и очень долго. Перевожу так, чисто для себя. А, надо к ней вернуться, короче. О, я так понимаю, что он к ней пошел, наверное. А нет, поговорите с Фрей. А куда он ушел? А, он пошел, походу, где-то бродить, блуждать по лесу. Усталость у него уменьшается, уменьшается, уменьшается. Еще дерево нашел, молодец. Еще усталость уменьшается. Ходит там, что-то орет, короче, в лесу. Нормально это вообще? Эрик, ты че, блин? Ходит, орёт. Все, да? Еще 3 дерева. Молодец, классно.
Ну, неплохо. 8 кусков дерева, правда, кровотечение на 5 дней. Ну, ладно. Так, по еде, да, большая проблема. С водой тоже вот какая-то проблемка теперь у нас. Да, накормить нужно будет персонажей. Спать очень сильно персонажи хотят. Нужно улучшать этот место для отдыха, чтобы персонажи высыпались. С едой, да, конечно, проблема. Придется сейчас, наверное, тратить еду, которая у нас оставалась на черный день. Ну, а по-другому никак. Персонажи дико хотят есть, поэтому нужно им как-то вот так вот все это дело раздавать. Чтоб хотя бы до зеленого, да, вот это все у них упало. Вот так вот. Ну, вот, вот хотя бы вот так, чтобы было все. Пропускаем день. Усталость, голод минус один, заболевания, много кто болеет, много кто ранен. Так, ну вот, чуть-чуть хотя бы отдохнули. Мойра вообще прям как огурчик. Так, дождик идет, отлично. Вот дождик поможет нам собрать нужное количество воды. Так, вместо Мойры мы тогда посадим, давайте, наверное... нашу женщину, пускай она здесь тогда отдохнет два дня. Так, этот остается здесь. Нужно ли кому-то снизить депрессию? Вот я бы отправил Эрика сюда снизить депрессию. И можно было бы вот этого отправить. Да, давайте, наверное, его сюда посадим. Пускай они, наверное, бухнут пивко. Пивко у нас есть, пускай они его, наверное, выпьют. А сюда я посажу... Сюда я, может, Мойру попробовать посадить. Крафт 20. Ну да, пускай здесь тогда Мойра доделает Cooking Pot. Так, здесь у нас с водой, я думаю, ничего делать нам не нужно будет. Единственное, что подкинуть дровишек, да, и можно переделать даже воду не нужно. Она и так будет сейчас, когда мы пропустим день. Это пускай пока здесь сидит, это пускай делает дерево. Все, пропускаем первый день. Женщина наша отдыхает. Все, пускай она здесь посидит, я думаю, еще один день, чтобы в ноль у нее все это вышло. Весь отдых. Cooking Pot приготовился, отлично. Вот он теперь у нас, да? Нужно будет сейчас посмотреть, что тут можно делать. Харизма. Депрессия упала. Депрессия... О, что-то как-то депрессия у него упала. Это всего лишь на минус 15. Как-то маловато. Два фрукта, офигеть, а чё так мало-то? Короче, мне нужна рыба, мне нужно вот это вот все. Так, ну дерево. Дерево у нас добывается, с этим проблем нету. Так, давайте переместим сейчас тогда Мойру вот сюда вот. Посмотрим, что она тут может приготовить. Cooking Pot. Чё за выбрать рецепт? Make salt. Добавить соль, что ли? Не пойму. А, тоже, кстати, надо... Или это общий? А, это общий, получается, костер. А, я могу сделать соль. То есть я могу из обычной воды, нефильтрованной, сделать соль. А зачем мне соль нужна? А, ну, видимо, где-то будет, наверное, нужна. Вот у меня есть рецепты. Вот, пожалуйста, то есть я могу обычное сырое мясо переделать вот в такое вот жареное. И да, кстати, оно действительно получше гораздо причем. И, наверное, оно еще не так будет... часто портится, как сырое, а хотя нет, по-моему, даже наоборот, портится быстрее. Ну вот у нас есть рыба, да, то есть из томатов и обычной такой вот нефильтрованной воды я могу сделать суп. И все, в принципе, больше ничего нет, то есть либо вот такое мясо, либо рыбу, либо из томатов я из томатов мясо могу сделать вот такое вот, допустим, рагу, да. Тут получается такой же тоже рагу. Короче, нужны томаты, по сути. Как-то так. Ну, в любом случае, сейчас я здесь сделать не могу ничего, поэтому Мойру надо отсюда тогда переводить. Вот, томаты, мясо и рыба. Все, что здесь, по сути, и нужно. Больше тут не нужно ничего. Да, по депрессии у Кната почему-то какая-то проблема. Ладно, давайте мы тогда посадим на крафт Эрика, Кнат пускай тогда посидит там, ну, допустим, с Мойрой пускай посидит, посидят, да? Просто уже не с пивом. А, нет, вот, подожди, пати мод, я просто не то выбрал, нужно было сразу выбрать пати мод.
А, ну ладно, пускай тогда посидят просто, да, без пива. Так, Эрик, ты тогда у нас займись, пожалуйста. Я не знаю, вот либо фишинг кэмп сделать, либо хаунтинг кэмп. Давай, наверное, хаунтинг сделаем. Пускай тогда делается. Здесь у нас женщина наша отдыхает. Тут у нас добывается. Все отлично. Пропускаем еще один день. Все, усталость упала на ноль. Крафтинг плюс один. Дерево, веревка, камень ушла. Ага. Ну, еще дня два, наверное, да? Я думаю, депрессия еще стала меньше. Отлично. Здесь у нас водичка. Вообще битком тут все забито. Классно. Классно. Так, сколько ягод? Еще, ой, прям... Ребят, не знаю, по еде прям большая-большая проблема у нас тут. И большая усталость, кстати. Я не обратил внимания, то, что у нее усталость-то уже 90... Сколько там? 92 аж, офигеть, да? То есть надо усталость как-то немножко снять хотя бы вот так вот. Так, пиво. Сбор до... Рейсинг 35, а будет 45, да? Орешки давай тоже похаваем. Это у нас рыбалка, бист хендинг. Так, ну все, получается, надо сейчас просто пропускать день. Сейчас, в принципе, делать здесь больше нечего, так что пропускаем день. А, надо же было к этой сходить, да? К богине надо было сходить. Ну ладно, я думаю, что если мы сходим к ней на следующий день, ничего не поменяется. Минус 10. О! Как хорошо, блин, хоть какая-то еда. Слушайте, ребят. Просто сейчас как бы с едой, конечно, проблема дикая. Ну, эти подружились. Солвейк и Кари. Подружились, все. Больше разговоров у нас не будет. Усталость, депрессия. Депрессии почти нету ни у кого, да, кроме вот Кари. Вот у нее есть проблема с депрессией. Но ее можно посадить, опять же, с вот этим вот. Пускай они посидят по воде, да. Не особо так, конечно, много кто хочет пить. Поэтому мы вот так вот водичку раздадим. Отлично. Так, дальше у нас что тут? По еде, да? Так. Ну, вот этой дадим. Вот этой дадим. Этому дадим. И вот этой дадим. Вот так вот. Все, остальных тогда накормим ягодами. Уже. Вот как-то так. Все, больше у меня... А, ну у меня есть еще такое мясо. Давай вот так тогда сделаем. Все, остальное оставим вот как есть. К сожалению, больше еды нету. Усталость, голод, заболевания, инжири. Депрессия. Диарея. Все, немножко усталость у нас упала. Сейчас, по идее, должны прийти эти ребята за водой. Ой, тут еще что-то прям как-то стало все хуже. Теперь дождь типа с громом льет. Ладно, костерецкий давайте закинем сюда дров. Водичку переплавим. Мне надо, чтобы было 8. Ну, в идеале, конечно. Ну да, давай вот так тогда оставим. Все, оставим вот так. 9,50 у нас будет. Так, здесь. Мойрум нам нужно будет перевести тогда сейчас. Сюда мы пошлем на отдых вот эту вот женщину с ребенком. Сюда мы посадим. Ну да, пускай тогда здесь сидит наша женщина. Вот. Сюда мы тогда переместим нашу девочку вот так вот на отдых. Пускай они попьют пиво, наверное, посидят. И так вот пати-мод у них будет. Пати-мод, пускай попьют пиво. Мойра у нас добывает дерево. Ягоды. Ну, в принципе, вот как-то так. По-другому, мне кажется, уже не сделать. А, все, пропускаем. А, давайте сходим же к этой. Вот сюда. Сходим к этой богине, поговорим с ней.
don't have... А, надо... Нужно молоко. У меня нету молока. Ага, значит, нужно, короче, молоко ей. Окей. Но оно периодически у меня появлялось. Я думаю, что когда-нибудь оно обязательно появится. Так. Пропускаем ход тогда. Хаунтинг Кэмп, блин, чуть-чуть там осталось. Еще один день, да, и он будет тогда у нас построен. Пиво ушло. Водичка полностью у нас набралась. Отлично. Так, сколько ты у нас собрала здесь ягодок? Ну-ка, две ягоды, блин. Ну что ж так мало-то? Что ж так мало-то? Дерево, сила, усталость. Очень сильно, на самом деле, устает у нас Мойра на добыче дерева. Ой-ой-ой-ой-ой. Каменоломня повредилась. Ну, ничего страшного, в принципе. Так, приходит этот мужик, по всей видимости. Hello, my little bunny. How you day? Так, please, my day. Так. Можно его проучить. Не, давай, наверное, не будем с ним шутить. 8 галлонов, 8 литров воды, как и договаривались. Все будут счастливы. True face. Депрессия плюс 13. 30 дерева в следующий раз. Офигеть. Не, ну, в принципе, это не особо много. Я думаю, что 30 дерева вполне себе реально сделать за 7 дней. Ну, ладно. Так, значит, с водой мы, получается, разобрались. Вот этих надо как-то перетасовать. Значит, этого тогда садим здесь. Включаем обычный релакс-мод. Пускай тоже отдохнут, потому что у них там какие-то проблемы такие небольшие есть, конечно. О, депрессия, это пускай отдыхает здесь. Ну и все, в принципе, вот как-то так, да, то есть пропускаем тогда еще один день, это у нас отдыхает. Блин, ей здесь нужно будет посидеть еще один раз, наверное, чтобы отдохнуть уже полностью. Хаунтинг Кэмп у нас готов. А, вот он у нас появился где. Попробуем сейчас поохотиться, что из этого выйдет, я без понятия. Депрессия упала, отлично. Ну, в любом случае, туда, наверное, Кари вот эту нужно будет послать. Киру, Кари... Постоянно забываю, как его зовут. Так, водичка у нас наполнилась. Это хорошо. Что с ягодами? Ой-ой-ой, ребят, вообще с едой прям дичайшая проблема у нас. По поводу еды, конечно. Так. На охоту. Давай посмотрим. О, у тебя есть левел? Ну-ка, давай тебя вкачнем тогда. Так. АП плюс 2, но додж минус 30, нет. Меткость 10, инициатива минус 3, нет, это тоже не пойдет. Майнинг, нет. Блин, я даже не знаю, что. Ну, наверное, только вот это, если взять. 5% skills, expendurance, быстрое восстановление. Давайте вот это лучше возьмем. Вот это, мне кажется, ей будет самое то. Так, а что тут? Еще один, что ли, левел? Или что это за... Это глюк, наверное, какой-то. Ну да, глюк. Так, хорошо. То есть с помощью стрел я могу добывать мясо, грубо говоря. Просто оставляем ее здесь, да, надо будет от 4 до 7 кусков мяса. Минус 3 стрелы будет, да. А стрелы, блин, а стрел у меня не так уж и много, к сожалению. Ну ладно, пропускаем ход. Еще один день пройден. Теперь она может охотиться. Она теперь рассказывает о том, что мы теперь можем охотиться и крафтить хорошие луки. Да. Ну да, кстати, если, допустим, улучшить, получается, вот это место для охоты, да, то, скорее всего, будет больше мяса, меньше стрел на это тратится.
О, молодец, спасибо, 5 стрел ты мне смог подогнать. Пахан заботится о своей дочке, дал ей 5 стрел, говорит, пойди убейся. По идее, после такого должно как-то улучшиться отношение, наверное, да? Sorry, I know, sorry. Нет, ничего, никакое отношение не улучшилось. Мойра здесь с Солвигом разговаривает, что-то там про прошлую ночь. Типа, что-то не так, что-то, видимо, у них там случилось, может быть, какой-то конфликт. А, да, конфликт с мужем какой-то. Какой-то конфликт с мужем, и у Мойры что-то как-то ухудшилось к нему отношение. Ну, как-то так, ладно. Эффект от погоды. Все очень устали. Особенно Эрик и Мойра, прям, да, и женщина, вот они втроем. Надо, короче, сейчас, я так понимаю, улучшать, точнее, место отдыха, чтобы там могли отдыхать сразу двое. Нормально, на улице идет дождь, у меня все хотят пить. Причем все хотят пить очень и очень сильно. Ладно, вот так вот тогда водичку раздадим. Воду никогда, на самом деле, не жалко, так что всегда можно раздавать по максималочке, вот так вот. Пускай все пьют. Да, вот по еде, конечно, ребят, ну уж... Уж простите, но по еде у нас проблема. Все, что касается еды... Все, раздаю буквально вот последние остатки. Больше еды нету, больше ко мне не обращайтесь. Так, тут усталость плюс 2, голод минус 2. Заболевания, ранения, депрессия минус 5. Это хорошо. Так, усталость немножко у всех упала, конечно, но не так сильно, как хотелось бы. Ладно, я думаю, ничего страшного. Так, дождик у нас еще идет, да, ну хотя бы гром у нас закончился. Так, ладненько, ребят, я думаю, что на сегодня выпуск мы тогда закончим, со следующего выпуска уже начнем что-то новое крафтить, пока я подумаю, что, и так далее, и тому подобное. А, ну и также у нас теперь будет добываться и ягодки, и еще плюс будет добываться мясо. Всем удачи, друзья, если вам нравится Dating Vinland, так же, как и мне, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Корвет, всем пока-пока.